Сегодня суббота, закончила только что соревноваться весовая категория до 120 килограммов. Мы с Антоном Викторовичем смотрели эту категорию дистанционно, не вместе. Если бы мы были вместе, я думаю, что мы бы не досмотрели бы до конца. Где-нибудь там упали бы пьяные под забором и все. А так как бы мы смогли до конца досмотреть, да? Ну, суббота же, конечно, можно было, в общем-то, отдохнуть. Можно было вдарить. Но мы не вдарили. Нет. Смотри, знаешь, какая у меня мысль после категории 120 появилась, что халява закончилась. Вот, раньше там выигрывали чемпионаты мира с халявными результатами, которые иногда даже были пониже, чем в 105-й категории. Сейчас пришел американец и навел там порядки. 980. Скажем так, он пришел волею судьбы, волею судеб. Пришел он туда, потому что тренеры сборной США, так сказать, свой хлеб едят не зря. Они просчитали, что у них два сильнейших спортсмена, и для команды будет правильным одного из них выставить 120. Честно сказать, не знаю, по какому принципу они решили сделать именно так. Скорее всего, потому что на бумаге они считали, что Боб Мэтьюс будет сильнее, чем Аштон Рушка. Но в целом, наверное, так и получилось, глядя на результат. Хотя 970 его и 900, сколько, 40 они собрали, 45. Разница в результате 25 килограмм, но учетом того, что Аштон там в тяге тоже немножко не добрал, ну, я думаю, у них результаты схожи и близки. Я думаю, что в борьбе все-таки, наверное, выиграл бы Мэтьюс. Но, тем не менее, значит, скажем так, тренеры сборной США, мы еще раз подтверждаем то, что они сделали правильный выбор, и теперь у американцев дополнительно допом еще одна золотая медаль. Результат 970 до 120 килограммов. Хочу напомнить, что, опять же, мы все экстраполируем на чемпионат России. Даже если возьмем Мусаева, который выступал с весом 25 в тяжах. Ну вот, наверное, при определенном подходе с гонки, в результате определенных манипуляций, наверное, все-таки сумма была бы в район 900, наверное, 65-60 у Кости, я имею в виду. И он, в принципе, в целом, наверное, показав свои лучшие килограммы, еще раз говорю, очень внимательно, вот это очень важно, чтобы он показал свои лучшие килограммы, только в лучшей своей форме он бы мог быть на сегодняшний день конкурентным на чемпионате мира. Ну, кстати, вот мы как раз возвращаемся к той теме, что кроме него, еще раз говорю, при правильном подходе, при правильной работе, кроме него никто не может бороться за медаль на чемпионате мира. Так вот. На сегодняшний день по цифрам. Кроме него, ты имеешь в виду из российских спортсменов? Ну, конечно. Ну, а кто еще? Инзаркин? Смотрю в базу смотрю, что у Кости была лучшая сумма в 120-й категории 940. Вот. А чемпионат мира он выиграл в 2021 году с суммой 927. Да, единственный момент, у него сейчас есть сумма с последнего чемпионата России с весом 125. И, в принципе, там он как раз показал свои лучшие кондиции. Я думаю, что 5 килограмм он мог бы согнать. Я думаю, что в этой сгонке, я думаю, что он бы килограмм 20 бы на свои 25 суммы растерял. И с учетом того, что в тяге он наконец-то там ходил на свои килограммы серьезные, которые он давно уже готов поднимать. Ну, в общем, я думаю, что это единственный результат сопоставимый на сегодняшний день. Пускай там не с первым местом, с тройкой, назовем так, хотя я считаю, что с первым. Absolutely spot on with the attempt selection for Team USA. 3 white lights, a good lift. Что по технике у Боба Мэтьюса? Мне очень понравилось. Он очень, очень красиво выступал, все везде так. Выбрал в приседе, уперся до конца, в жиме тоже уперся. В тяге такое ощущение, что еще было немножечко запаса. Хотя немного, но тем не менее он был... Нет, я считаю, что прекрасное выступление. Потрясающий результат, это даже не обсуждается. При весе 105 килограмм, очень атлетичный, как бы ничего лишнего в нем нету. Техничный, красивый, все здорово делал. Кстати, не так много было эмоций в нем, чем отличаются афроамериканские атлеты, да, достаточно так много у них этого. Как говорится, задум герой одного известного фильма, сейчас с понтами все в порядке будет. Вот у них как бы с этим, да, проблем никогда нету, но вот здесь как раз Боб показал спокойное выступление. Wow. And what a way to finish off your first
IPF World Championship, three white lights, and your new 120-kilo champion Bob Matthews. Рекорд Корнелиуса всего на 8,5 килограмм в сумме выше того, что показал Мэтьюс. И мне кажется, что при желании он мог там эту десяточку или там 9 килограмм накинуть и снять этот рекорд, потому что это рекорд один из самых вечных в IPF классике. На пару с Федосиенко Корнелиус держит этот рекорд 16 года. То есть 8 лет. С Минска? Нет, Киллин, Америка. Вот, 16-й год, Федосиенко и Корнелиус. Учитывая, как быстро и стремительно развивается классический пауэрлифтинг, и рекорды снимаются каждый год практически, вот эти 8 лет, это, конечно, выглядит очень неожиданно. Солидный результат, очень-очень солидный результат. Но я думаю, что ему по силам этот рекорд снимать, я думаю, что он... А тем более, если он еще 15 килограмм наест? Ну, конечно, я думаю, что ему даже в этом нет необходимости, честно сказать. Я еще раз говорю, что если он взвесился 105-900, то, понимаешь, да, человеку даже вес не гонял, он мог просто утром не позавтракать и быть 105. То есть реально у американцев на сегодняшний день есть два человека, которые готовы собирать в категории 105 за 950. За 950. Я посмотрел еще по цифрам немножко, что заметил, он пошел на 900, на 380 он потянул, да? 380, чтобы стать третьим в абсолютке. Вот. Там Перкинс и Бакелунда было не достать. Вот он сместил шведа с 93-й категории Хедлунда. И вот, видимо, он решил, вместо того, чтобы гнаться за рекордом Корнелиуса, он лучше будет третьим в абсолютке. И надо сказать, что 120-я категория или никогда, или очень редко входит в абсолютку. Обычно там средние категории. Это 120-я категория, еще с весом 105, она очень условная. Ну да, кстати, да, согласен. Жим лежа Ливанса, ты обратил внимание, первый он не пожал, а второй я не понял, почему ему не засчитали. Никто не понял, мне кажется, кто смотрел трансляцию, я тоже, честно сказать, не сильно понял. Такое ощущение, что судья сначала не знал, какую карточку нажать, какую ошибку ему лупить, но локти там проходили железобетонно ниже лавки, возможно, только таз, мы с этого угла не видели. Но боковые поставили белые. Да, поэтому я тоже не понял, в чем была проблема. Жюри как раз не отменило решение. Не-не-не, там именно второй подход, там было 2-1 зачет, а жюри отменили. Да, извиняюсь, да, жюри отменило. Да, ну, в любом случае, мы причину, наверное, с вами не узнаем. По крайней мере, кто английский знает, может быть, там комментаторы говорили, но насколько моего хватило английского, мне кажется, там вообще об этом ничего не было. Они тоже ничего не поняли, я слушал внимательно, перематывал раза 3 и не врубился. Пацана, да, чуть не зарубили. Я хочу... Почему пацана? Потому что, ну, если вы посмотрите на его год рождения, вы очень сильно удивитесь. 2000 года, на всякий случай. Ему 20... Он только сеньоров, получается, вышел. 24 года. Ну, потянул мировой рекорд. Хотя, честно сказать, я ставил хату, что он со второго раза 396 не потянет. Он там столько много отдал в первом подходе. Во втором подходе, да. На... 20 секунд left. Gets it moving again. Can he lock it out? Wow! It looks better. It does. Let's wait for the lights. Three white lights, a good lift, and a new world record. That is not what we expected to see tonight. Pushes Tony Cliff down into third place. Takes Indy Singh's deadlift world record and the deadlift gold. Wow, what a finish. И третий подход он тяжелее пошел. И почему не зачитали второй подход, я тоже не понял. Он был даже чище, чем третий. Ну, я тоже считаю, что да, можно было считать. Ну, да, вот как бы бывает. Моменты всякие разные. Причем удивительно, что он тянет так достаточно колхозно, да. Треугольником, руки широкие, стойка это широкая, да, не узкая. В общем, честно сказать, вообще такая тяга. Слово треугольник относительно к тяге, применительно к тяге, я услышал впервые. Это интересно. Ну, ты понял, что он руками берется шире, чем плечи, да, то есть как бы трапеция берет. Как будто рывок собирается делать. Да, типа это рывковая тяга, да. Ну, в общем, да, такой тяга явно тяжелее тянуть, это однозначно. Но в любом случае, как бы столько в нем здоровья, это просто космос какой-то. И почему вторую тягу не зачитали, вопрос, конечно, остается открытым. Но... Поэтому, да, но в любом случае, будем за ним следить, если с контролем у него возьмут. Я надеюсь, после мирового рекорда хотя бы контроль у него возьмут, его проверят. Хотя там иногда политика IPF в этом смысле иногда удивляла, потому что появлялись новые страны, такие вот сильные ребята, каких-то их же очень мало, там, да,
такие единичные случаи, там, проблески вот таких сильных ребят. И иногда, там, скажем так, Международная Федерация немного это все, не знаю, для, может быть, для развития в этих странах пауэрлифтинга иногда пропускала большие результаты, которые стоило бы проверить, мне кажется, но этого не происходило. Ну, будем надеяться, что проверит его и все будет у него хорошо, потому что это явно человек с будущим, человек с определенным запасом. И я думаю, что в ближайшие годы мы увидим сумму, тонну от него, потому что реально нулевой год это. Хотя, опять же, вот мы говорим о нулевом годе и тут же обращаем внимание на возраст Боба Мэтьюса и понимаем, что он 97-го года рождения. Знаешь, что я еще заметил по поводу жима лежа, что немножко было неоднозначное судейство относительно паузы на груди. Кому-то разрешали не останавливать ее, эту паузу, вот как вот в Питере я жал, и я тогда для себя впервые узнал, что оказывается, ну, нужно все-таки штангу не касаться груди, а останавливать ее, потому что если груди этой много, то штанга идет дальше, и, собственно, ты слышишь команду старт, когда еще штанга двигается. По правилам должно быть так, как бы, пока спортсмен вдавливает снаряд в грудь, и нет остановки в груди, да, неизвестно в каком месте. Сейчас, если ты видел спортсменки, у которых проблемы с прохождением углов по новым правилам, все перестроились, у кого короткое движение, все начали перестраиваться под вдавливанием в грудь. То есть это правило не запрещено, ты можешь давливать сколько угодно, в разумных пределах, понятно, чтобы не сломать тебе грудную клетку. Но в любом случае, ты посмотри, Меган Сканлон так стала жать. Ну, в общем, все спортсменки, у кого короткое движение, стали это использовать. Кстати, мы сейчас тоже с Викой Юльцовой начинаем это нарабатывать, потому что мы хотим сохранить там ту позицию, которая у нас была. У нас тоже короткое очень движение. И вот мы сейчас начинаем нарабатывать это к азиатскому соревнованию, к азиатскому чемпионату. Будем учиться это делать, потому что это реально работает, это реально люди судят. Судят они это, пропускают. То есть это не запрещено. Куча таких жимов сейчас мы видим на чемпионате мира, поэтому это нужно использовать. То есть просто спортсменка с короткой амплитудой и, скажем так, с выгодным рычагом для жима, она во время опускания вдавливает снаряд в грудь и уходит от нее, как будто на ногах. Шунг, получается, делает. И потом обратно возвращает вместе с туловищем вверх. Очень эффектно. Эффектно это реально. И локти проходят, и у кого как бы есть эти проблемы, этим нужно пользоваться. Потому что мы видим, еще раз повторю, что судьи на чемпионат мира это пропускают, значит, надо так. Значит, так работать нужно. Ну, собственно, это еще одна причина, чтобы смотреть трансляции чемпионата мира не только для получения удовольствия, но и для того, чтобы находить какие-то интересные моменты, нюансы. Ну, мне кажется, все профессионалы, кто этим занимается, тренеры там или не знаю, кто еще, кому интересно, кто хочет разбираться в пауэрлифтинге, они обязаны смотреть самые главные соревнования. То есть получается, что Бычков смотрел эту трансляцию, да? Я на это очень сильно надеюсь, если честно. Но сейчас лето, поэтому. А если не смотрел, он скажет, что ну, у нас уже поздно было, мы все спали, поэтому... На что вы на них ориентируетесь? У нас все по-другому. Ну, в любом случае, это все шутки, но как бы, да, вот такой момент, и можно это увидеть, этим можно воспользоваться. А возвращаясь к тому, что ты спросил по поводу вдавливания в грудь, по правилам уже как написано, пока спортсмен вдавливает в грудь, пока нет остановки, он может делать штангу все, что угодно. После команды он уже вдавливать дальше не может. Это уже будет ошибка, это будет... Вдавливать все, что угодно, но если он начнет ее облизывать, мне кажется, что это будет не по правилам. Ладно, пускай так, ты победил, ты чемпион. Я посмотрел по командному первенству, что уже, в принципе, Ливарис может уже не выходить. Командное первенство уже за американцами. Не в одну калитку, скажем так, но без проблем. Мне кажется, это было изначально понятно, что не будет у них там сопротивления. Я ставил, что три золотых медали будет точно. Я почему-то думал, что Перкинс возьмет. Мне почему-то казалось, что он возьмет это золото. Ну, естественно, Оливарес, ну и, соответственно, я ставил, что кто-то или 105, или 120 из них все равно не отдаст. Потому что они бы не делали сдвоенный, ну, как бы, переход бы этот не совершали, если бы не были уверены в победе, поэтому... А уже практика и опыт, полученный на других чемпионатах мира и Европы, говорит о том, что если у тебя есть три золота, то, в принципе, уже практически победа в кармане. Для командной борьбы это уже очень много. Ну, в любом случае, хорошая категория получилась, и большая тяга, опять мировой рекорд в тяге, да. Результативность, конечно, если взять среднюю результативность по этой категории, она чуть ниже, чем в 105. Если, скажем так, сложить суммы первых 10. Ну, да.
пускай так. То будет тогда в пользу 105-й категории, получается. Да, будет в пользу 105-й. Ну и еще раз хочу обратить внимание, опять же, на Тони Клиффа. 84-го года рождения. Будет в следующем году 40 лет. Он мне кажется, что он постарше. А нет, 84-го, да. 85-го года, он младше. То есть он, ну, или в этом году, или уже ему 40 исполнилось, или чуть позже будет. Ну, в любом случае, так бы не было. 40 лет, как бы М1 уже фактически. И сумму 937 там. Причем он настолько выносливый, что он выступает и в классике, и в экипе. Он бесспорно крутой, даже не обсуждается. Реально очень крутой атлет, удивляет как бы своим долголетием и килограммами, то, что он поднимает. И мне очень понравился его жим. Жим у него офигенный был, с паузой прямо. Больше, чем хотели судьи. Ну да. Ну, кстати, еще обращает на себя внимание интересный спортсмен. Он, кстати, боролся за тройку при удачном сечении обстоятельств. Ну, мог он зацепиться, но не получилось. Француз Николя Перо, если ты видел, у него сестра выступает, если не ошибаюсь, в категории 7,6. И оба, если вы посмотрели, оба тянут очень похожим стилем замок. Очень мало разворачивают стопы, только сестра ставит ноги под диски, а он ставит среднеузкую стойку, назовем это а-ля Коэн. Но в любом случае, приятно посмотреть, что и сестра, и брат, насколько я понимаю, они родные, но выступают на чемпионате мира, это прям круто, мне кажется. Что еще хотел спросить, это расположение пояса, конечно же, СБД. Его часто поднимают высоко, да, для того, чтобы удобнее было сгибаться, опускаться, да, кому-то это ломает ребра даже. На самом деле, эта история пошла еще, самые первые начали так делать финны. Константинов Костя так делал. Да, а потом вот начали делать все остальные, но, как бы, честно сказать, вот практическая польза, она для каждого своя. На самом деле, я пробовал тоже по-разному, и спортсмены пробовали по-разному, но мне кажется, это, знаешь, если брать там 100%, спортсменов, там, и, наверное, там 5-7% это будет кому-то заходить и удобно, всем остальным будет, ну, как бы классическое расположение пояса. Ну, поэтому сложно сказать, ну, как бы, когда человек спортсмен пузатый, там, да, с большим пузом, то, наверное, там, под грудь просто легче подсесть делать. Но мы, если вы заметили, то Перкинс тоже высоко пояс одевает. Обратил внимание, кстати, на это? Вроде как по этой категории и больше обсуждать особо нечего, потому что, ну, как-то уровень борьбы все равно после тех весовых предыдущих, конечно, чувствуется, что градус пошел на понижение, и завтра мы, в принципе, тоже борьбы не увидим большой, я думаю, там, Оливарес, если даже первые попытки просто свои спокойно сделать, привезет там второму месту килограмм 80-100, поэтому, ну, в принципе... Ну, если грузин очень хорошо тренировался дома, если он не все выкладывал в Инстаграм... Слушай, забирая свои слова обратно, я забыл про него, и это моя... Тимур Самхарадзе, если я правильно помню его фамилию. Да, честно сказать, я смотрю за его тренировками, удивляет его стиль занятий, вообще просто удивляет. Я не понимаю, что там происходит. У меня уже нет объяснений, что эти люди делают там. Ты имеешь в виду, что у него коленки выходят за носки? Ты про это? Да просто технически бог с ними просто, что он, ну как они тренируются? Человек просто приходит там в зал, выкладывает там какие-то свои синглы. Я не знаю, может быть, есть какая-то работа помимо этих того, что он выкладывает. Я даже допускаю, что она есть. Ну, Инстаграм это же все про обман, это фальшь. Возможно, но видим, как человек каждую неделю прибавляет по 40-30 килограмм на штангу, блядь, в каждом движении просто. И сингл лупит, блядь. Ну, не знаю, слушай, блин. Ну, не, то, что он крутой, это как бы вообще. Он только что в разминочном зале выкладывал, что он 400 сел в разминке за 7 дней до выступления или за 6. Ну, как говорится, у каждого своя методика. Ну что, мне кажется, мы нормально побеседовали, обсудили и 105-ю категорию, и 120-ю. Ждем завтра категории 120+. На момент выхода выпуска это уже будет не завтра, это уже будет вчера, а может быть и позапозавчера. Поэтому пускай там ребята сами разбираются. Что можно резюмировать? Что пауэрлифтинг развивается, растет, результаты растут, количество людей растет, и за ним приятно наблюдать. Нет, бесспорно, это. Я говорю, я вчера просто про это уже говорил. Казалось, что после Шеффилда лучше мы уже ничего не увидим по борьбе, по накалу, там, по килограммам. А вот, пожалуйста, следующий же чемпионат мира доказывает нам обратное, что мы реально видим, это прямо здесь и сейчас чемпионат мира, рядовой, в кавычках, чемпионат мира. Такие результаты показывают. Что, получается, что пауэрлифтинг это лучший вид спорта выходит? Да, это вышло давно уже. Давно уже это вышло. Футбол это спорт номер два. Я думаю, да. Где-то так. Ну, я думаю, что на этом мы и закончим. Спасибо за ваше внимание. До встречи.